Религиозные экстремисты начали привлекать в свои ряды новых адептов через компьютерные игры. В интернете появилась масса гейм-площадок, где можно стать жертвой радикалов. Начинается все вполне безобидно. Игра не отличается от стандартного формата, но в ее процессе игроков начинают сканировать на предмет возможности вовлечения в ряды экстремистов. Как происходит процесс вербовки в религиозной экстремистской группировке? Какими методами радикализуются взгляды простых верующих людей? Для неофитов начало религиозной практики преподносится как начало некой новой эпохи, как начало жизни с чистого листа. И в эти новые условия якобы никак не могут вписываться не только прежние там, грехи и пороки, но и все, что сопутствовало его предыдущему образу жизни. Вербовщики, зашедшие в игру под видом участников, незаметно переводят общение с игрового сюжета на другие темы, обычно затрагивающие умы геймеров, и предлагают обсудить их вне игровой площадки. Идет процесс засеивания. Именно засеивание информационными как раз семенами своей идеологии. Используя какой метод? Метод психологический. Засеивание вот этих идей, он наиболее популярен. То есть в различных мессенджерах, это же, то есть именно Telegram, есть топовые идеологи, именно такфиритские, сувелитские, да, которые очень качественно подготавливают контент. Интерактив первое, да. Второе – популярные темы. И третье – как раз очень популярные темы, то есть так называемый хайп. Нет такого, что он все свои 50 лекций говорит про такфиризм, про то, что надо там убивать неверных, то есть надо покидать страну. Нет, это буквально капелька. Капелька в море, но которая как раз дает нужный эффект ввиду того, что ты эту капельку не замечаешь. Но семечко идеи, оно засеивается в твое сознание, приводит к тому, что люди саморадикализируются. В особой группе риска – молодежь, подростки и школьники. Они основные потребители онлайн-игр. С целью вербовки несовершеннолетних радикальные IT-специалисты готовят мультфильмы, музыкальные клипы и онлайн-видеоигры, в которых акты терроризма считаются честью, а террористы-смертники возводятся в ранг героев. Когда идет какая-то группировка, там начинают кричать, там о шариате, о халифате. Естественно, нужно смотреть, кто за ними стоит, кто их спонсирует, кто дает им вооружение, кто их полностью экипировку, кто их то есть кормит, лелеет и потом направляет. Вот это вот самый основной вопрос, который, я думаю, наверное, люди, мусульмане должны знать. Ваххабитский буквализм, который превратил мусульман именно в роботов. Они сделали большую работу против ислама. Большую рекламную работу против ислама. И сейчас наша цель – это показать научный ислам, показать мирный ислам, показать именно научную духовность. В результате регулярного просмотра таких видеоматериалов появляются малолетние преступники с больной психикой, которые совершают акты насилия над своими ни в чем не повинными сверстниками или не угодившими учителями.